Привет, я инспектор Гаджет, голос тут. А что ты меня все время об этом спрашиваешь? Где я еще могу быть? Или ты думаешь, что излечился от шизофрении? Кого? Кончай трепать языком! Ты, кстати, в курсе, что у хамелеона язык длиннее, чем тело? Теперь в курсе. Голос, а что у нас сегодня из гаджетов будет? Для начала будет... Стоп. Для начала молчи. Будет Fail Hot News. Друзья, прекрасное изобретение для всех одиноких мужиков разработал Xsho из Японии. Приложение для Android. Оно что-то типа резиновой женщины, но только лучше, потому что может реагировать на ваши действия. Да, вот бы тебе такую. Так за языком следи. У меня с этим все в порядке. Отбоя от женщин нет. Ага, знаем мы твоих двух женщин. Это ты на что намекаешь? Ну-ка иди сюда. Иди сюда. А как же девайс? Ладно, хорошо, позже. Just 5 CP11. Простой телефон с крупными клавишами. Аппараты такого типа часто называются бабушкафонами. Все, кому нужен телефон с минимум функций, кому надо просто звонить, кто уже устал от бесчисленных гибридов коммуникаторов, медиаплееров и электрошокеров. В аппарате безошибочно угадывается уже известный российскому потребителю бренд Just 5. Крупные механические кнопки и узкий экранчик с оранжевой подсветкой. Размеры экрана 34 на 18 мм. Там как раз отлично помещается набираемый телефонный номер и служебная информация. Бабушки довольны. По сторонам корпуса предусмотрены две крупные оранжевые кнопки. Нажимаем на них одновременно, и экран просто-таки выстреливает из корпуса. Вот теперь его размеры 34 на 45 мм. Вместе с экранчиком приподнимается и динамик телефона, так что говорить по нему в раскрытом состоянии, пожалуй, даже удобнее. Микрофон оказывается ближе к рту. Хотя и без того чувствительность у микрофона Just 5 CP11 вполне сносная. Вообще аппарат сделан крайне добротно. Рубленность его форм явственно нарочитая. Качество сборки просто отличное. И подростку, и бабушке трудновато будет вывести из строя такой аппарат. На обратной стороне корпуса расположены аварийная кнопка, ползунки включения радиоприемника и светодиодного фонарика. Отличный современный телефон из серии «Ничего лишнего». А выкидной экранчик недвусмысленно намекает на наличие серьезного аргумента в ответ на просьбы подозрительных личностей в подворотнях позвонить чисто со своей симкой. Голос, иди сюда, что-то скажу. Иди сюда! Окей, ладно, убежал, хорошо. Поквитаюсь с ним позже. Есть у меня один прикольный гаджет. Ну, конечно, не такой крутой, о котором голос треплет, но все же. Этот робот способен обеспечить вас экстремальными ощущениями. Посмотрите, как работает девайс. Да, он не для домашнего использования, но получить доступ к такому развлечению хотя бы за деньги. Лично я бы не отказался. Упырь! Что? В смысле? Да ничего, рассказ продолжай. Kowon V5. Дисплей у Kowon V5 меньше 5 дюймов по диагонали. Это скорее формат автомобильного навигатора, не интернет-планшета. Однако перед нами не навигатор и не интернет-планшет, а портативный медиаплеер. Компания Kowon давно специализируется на таких устройствах, и новая модель ей вполне удалась. Разрешение дисплея медиаплеера 800 на 600. Качество вполне пристойное. На такой диагонали пиксель получается чрезвычайно мелкодисперсный, что придает картинке впечатляющую четкость и резкость. Плюс сенсорный резистивный ввод поддерживается. Присмотритесь повнимательнее к иконкам операционной системы. Узнаете? Нет? А ведь это мобильная версия Windows CE 6.0. Так что и многозадачность Kowon V5 обеспечивает, что называется, из коробки. Динамик сзади есть, но установлен он исключительно для галочки. Качественный звук доступен только из наушников. Лучше не из комплектных, как водится.
Под крышечкой слот для карт памяти SDHC и фирменный разъем, через который плеер связывается с компьютером. Операционная система здесь Windows CE 6.0, так что основные ее особенности доступны владельцу плеера. Например, поддержка встроенных игр. У системы есть фирменная оболочка, но ее рисовали, похоже, инопланетяне. Логика управления через нее очень странная, иконки мелковаты. Впрочем, ее можно отключить и пользоваться стандартным интерфейсом Windows CE. Хоть он и выглядит как привет из прошлого века. Что же касается воспроизведения видео, то Koon V5 работает весьма шустро и без сбоев выдает на внешний дисплей даже поток высокого разрешения в формате 720p. Контейнеры МКВ поддерживаются, однако только в отношении видео и звука. Субтитры, если они понадобятся, придется располагать в том же каталоге в виде отдельного файла. Особых тормозов и пауз не обнаружено. При необходимости картинку можно вывести на внешний ТВ. Есть интерфейс HDMI. При цене 8-гигабайтной версии чуть больше $250 – отличный подарок для понимающих. СТГ! Самым тупым гаджетом на этой неделе признается хвататель для попкорна. Ну что тут говорить? Нечего! Тупь, она и в Африке тупь! 10 баллов! А, ну да, согласен. А вот это, знаешь, не обязательно. Мне лично вообще не интересно, что ты думаешь. Обзор давай. Gigabyte GS Smart G1305. Смартфон Gigabyte с артикулом G1305 в проекте носил куда более спокойное наименование – Codfish – треска. Да, недорого, зато очень вкусно, если уметь правильно приготовить. Собственно, по такому принципу этот смартфон и построен. Дисплей с диагональю 3,2 дюйма имеет разрешение 320 на 480. Не слишком много по современным меркам, зато и цену не задирает. А вот тот факт, что дисплей не просто сенсорный, но емкостный, порадует любителей пыльцевого ввода, которые в прежние времена упорно теряли или ломали перо. Операционная система на этом аппарате Android, версия 1.6. Бегает она на процессоре Qualcomm с частотой 600 МГц и бегает достаточно шустро. Имеется по 256 МБ оперативной и постоянной памяти. Поддержка карт microSDHC до 32 ГБ, Wi-Fi и Bluetooth. Внешне треска Gigabyte G1305 не блещет. В прямом смысле. Пластик ее корпуса черный, спереди и сзади. Задняя крышка из каких-то неясных соображений сделана глянцевой. Она невероятно маркая. Кнопки приема и отбоя вызова механические, с уверенным откликом. Между ними располагается трекбол с несколько заниженной, на наш взгляд, чувствительностью. Если взглянуть на заднюю сторону трески повнимательнее, станет понятно, для чего она выполнена в глянцевом пластике. В нижней ее части располагается прорезь динамика, для того, чтобы можно было, идя по улице, привлекать к себе внимание чарующими звуками музыки, которая будет литься оттуда. Очарованию, правда, поддадутся не все. Динамик генерирует дребезжащие басы и глухие верха. Зато камера на 5 мегапикселей делает, на удивление, неплохие снимки. А аккумулятор на 1230 мАч под задней крышкой обеспечивает долгое время работы коммуникатора даже с активированными Wi-Fi, Bluetooth и GPS. В целом, Gigabyte G1305 за свою цену предлагает заметно больше, чем сопоставимые по стоимости аппараты на Windows Mobile. Получить за 13 тысяч рублей коммуникатор с сенсорным мультитачем, быстрым процессором и емким аккумулятором очень неплохо. С вами был Инспектор Гаджет, и помните... Я докопаюсь до правды. Чмоки! А зачем тебе стул? Ну-ка иди сюда! Да! Получай! Левой! Правой! Как вчера! В ванной! На!